Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Пиро Фокс. Сейчас мы с вами будем добывать химию из батарейки. Вот такая вот обычная батарейка. Алкалин. Дело в том, что в таких батарейках обычно находится диоксид марганца. Давайте мы ее с вами разберем. Сперва снимаем с нее лак. И разбираем до конца. Итак, дорогие друзья, разобрав батарейку, мы видим вот такую вот картину. То есть внутри находится вот это черное вещество, как раз нам и нужно. Это диоксид марганца. Давайте раскроем ее получше. Так, давайте возьмем для этого бумажку. Итак, давайте извлечем отсюда данное вещество при помощи пинцета. Так, как видите, посередине находится вот такая вот непонятная деталька. Что это? Непонятно. Но нам она не нужна. Нужно нам вот это. Аккуратно собираем при помощи пинцета диоксид марганца. Как видите, он немного влажный, поэтому его советую высушить, ну а дальше уже использовать. Вот такое вот количество. Давайте мы с вами взвесим. Итак, дорогие друзья, включаем весы. Так, и высыпаем данное количество. У нас с вами получается 6 грамм. Дорогие друзья, за кадром я разобрал еще 3 батарейки. Давайте их разберем и взвесим, сколько в итоге диоксида марганца с них можно получить. Итак, давайте взвесим. Включаем весы. И насыпаем. В итоге мы получили 18 граммов. Что и, в принципе, достаточно, но... Чтобы вы понимали, с одной батарейки мы получили 6 граммов. И по идее, с 4 батареек мы должны были получить 24 грамма. Но, видимо, это какая-то погрешность либо весов, либо я виноват тем, что у меня снова произошел фейл. Как же без них? Итак, дорогие друзья, давайте испытаем наш диоксид марганца с магнием.